один подвал, один там подъезд, что творится. Бы... Это же ужас. Жителей этого дома волнует только один вопрос. Когда решится проблема с затоплением подвала? Люди буквально страдают из-за резких запахов. В квартире спать невозможно. Я детей уже отправил. У меня дети, как говорится, маленькие. Я их отправил в деревню, чтобы они хоть на свежем воздухе. Они здесь болеют. Зрелище и впрямь удручающее. Именно поэтому терпение жильцов этого дома уже на пределе. Примерно вот так вот по щиколотку находится воды здесь. Подвал затопило, да и фасад здания оставляет желать лучшего. Но и это еще не самое страшное. Затопленный подвал может стать причиной проседания фундамента, считают люди. У нас проблема с канализацией. Уже четвертый месяц как не могут сделать канализацию, вода стоит четвертый месяц, дома невозможно находиться, вонь. В управляющей компании УК ЖКХ «Вокзальная» о проблеме дома химиков 20А знают и говорят, что основная причина засоров и, как следствие, затопления подвалов – ненадлежащее использование канализации. В данный момент производятся сейчас работы по чистке канализации и, соответственно, обработке. Затоп канализационной линии произошло это ночью, соответственно, сейчас высокая температура, поэтому, соответственно, запахи. В общем-то, проблема устраняется, и она будет устранена в течение сегодняшнего дня. Нас заверили, вопрос на контроле. И уже в ближайшее время проблема жителей дома разрешится раз и навсегда. Катерина Кулина, Влас Семагин, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.